И днем проходит голосование, чтобы выгнать мафию. То есть, короче, типа начинается день, да? И все такие начинают думать: так, мафия он, мафия он. А как понять, кто из них мафия? Это же вообще рандом дикий, да, как в Хардстоуне. Нет, я прочитал из чата, прочитал, как играть в мафию. Чувак написал. Ну, допустим, в чате сидит мафия. Как я могу узнать, кто из них мафия, блядь? Психология пишет. Это реально сложная игра. Давайте АФКшника возьмем. Блядь, ты тупой, я тебе говорю, я прочитал это из чата. Что он несет, блядь? Это не я несу, я это прочитал. Ты понимаешь ты или нет, блядь? Что он несет, нахуй? Ты, блядь, вообще адекватный или нет, скажи, пожалуйста. Что он несет, блядь? В чате так написали. Что в чате несут-то? Пиши, блядь, а не я. Реально просто. Чувак, вот просто. Что он несет? Пиздец, реально просто неадекватный. Ладно, все. Так, ну 3 раунда мы сидим, отдыхаем, ждем, пока карты придут. Так, ладно. Надо искать теперь карт. Смотрим, что нам дадут здесь. Блин, глаз дергается. Да хватит дергать, ебаный в рот, блядь. Что с тобой не так-то, блядь? Реально, блядь, хорош уже. Давайте Зеруса один. Ну просто возьмем Зеруса один раз. Один ход, он просто стоит на сурке. Ну просто по фану. Ну, вдруг сейчас мамку даст. Это будет реально красивая победа. Красивая, уверенная победа. На дракона, да, могу закинуть. Берем дракон тогда. Жалко его лап, конечно, не купить. Вот просто реально, вот, давайте попробуем один разочек так сделать. Вот просто ради интереса. А вдруг сейчас вот какая-нибудь, не знаю, вот. Может же отсюда упасть, например, мамка. Может отсюда упасть? Может. Это же просто сразу будет вин. Ну, представляете, на на четвертом ходу мамка падает на столе. Да, мы тут узаем, но, в принципе, как раз таки этого Зеруса нам не хватило. Окей, давай, пожалуйста, хорошую карту. Да я парень простой его озвучу. Мне нравится эта карта. Ну, на самом деле, рыба-то, она... Это хорошая карта. Это реально хорошая карта. Конечно, можно было достать какую-нибудь мамашу, сейчас бы просто купить бабушку, да, вот эту вот. Эта бабушка была бы уже 6-6, блядь. И просто все звери, это был бы реально такой разъеб. Просто быстрейший разъеб. Прям быстрейший. Ну, рыба тоже хорошая карта. Не идеальная, но хорошая. Бля, ну мы здесь узаем, да? Ну, ничего не сделать с крысой, просто реально слишком оверстатное существо на столе. Мы проиграли, ну ничего страшного, на самом деле. Мы бы так проиграли. Но вот что сейчас дальше будет? Хорошо, я ему, кстати, сейчас проиграл. Меньше дэмэджа нанес мне в лицо. Позже бы он еще больше нахуярил. Я бы вапнулся, на самом деле. Мне сейчас этого должно хватить, чтобы выиграть. Бафать Мурука я не буду. Еще одного Зеруса купить. Го попробуем реально по фаду. Ну, мне этого должно хватить, да, чтобы сейчас побеждать пару раундов. Как думаете? Ну, чисто по приколу, реально. Я думаю, этого стола нам хватит, чтобы ближайшие, наверное, 2-3 хода побеждать. Ну, типа, реально, это очень сильно. Рыба будет меняться с бабами. Отсюда баба сюда полетит. Отсюда сюда полетит. Этого должно хватить, чтобы выиграть. Вдруг сейчас рекуть бабку достану, блядь, оттуда. Пишет, у тебя стола нету. Ну, а это что такое, насрано, что ли? Блядь, изначально не туда закинул, конечно. Блядь. Ну, мы не сдвигаемся с нашего плана, ребят. Так, теперь самое главное — это расстановка. Зерус, давай, бро, я тебя не зря купил. Смотрите, мы бьемся этой картой. Бабу прилетает сюда. Он бьется, бабу отлетает, потом через ход бабу. Наверное, сюда надо поставить, да? Наверное, так. Давай, Зерус, бро. Прикиньте, сейчас еще одну рыбу даст. Ебать. Дай рыбу, пожалуйста. Еще одну хочу. Это такой будет, такая ёбка рыбы будет, прям реально. Ну или на крайняк какую-нибудь змею, да? То есть 6-й таверны. Было бы круто. Хорошо. Это может быть ничья. Нет, это уже не может быть ничья. Ладно, в принципе, норм. У нас еще Зерус сейчас есть. Так, что-то мне пиликнуло. Зерус! А, инзотик падла. Бля, ну теперь надо что-то покупать на 100. Инзотик слабо. Давай еще пусть лежит в руке. Блин, так неохота проигрывать с такой раздачей. Блин, дай, пожалуйста, нормальную карту, бро. Сейчас реально проиграем. Бьется бабл, да, потом что еще у нас получается? Так, 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 да, так, так, так. Ну все, сейчас на самом деле норм, я должен побеждать. Ну реально, блин, рыба хорош, ну давай. Ну это вин. Это вин 100%. Просто жестчайший разъеб сейчас будет. На таунт. Ну, можно было на таунт, было бы еще больше дэмэджа. Ладно, даже на рыбу, в принципе, еще лучше, наверное. Типа рыба больше дэмэджа нанесет. Хорошо, 6 дэмэджа наносим. Интересно, они догадаются, откуда у меня эта рыба? Вот просто вот подумайте.
Кто-нибудь догадается, откуда эта рыба? Да, с триплета. Какой триплет у меня? Третья таверна. С какого триплета? Это заход на топ-1, кстати. Ну, блин, шансы здесь есть. Конечно, здесь лютый рандом. Все зависит от того, как они постреляют, подерутся. Но, блин, по крайней мере, это необычно и интересно. Мне самому интересно, что из этого получится. Големы ставят для перезарядки. Блять. Ну, вообще ты прав. Только не бомбу в Мурока. Хотя, в принципе... Не, ну, только не бомбу в Мурока. Хорошо. Блять. Ну, в принципе... Это луз. Хорошо, на самом деле не так много дэмэджа. Хорошо, крысу не вскрыл. Сейчас бы просто по улице отлетел. Нормально, смертокрыл топ-1, ребят. Он топ-1, это хорошо. У нас не вынес. Сейчас мы за этот ход укрепимся сильно. Я думаю, продавать эту карту, она вообще что-то не играет. Какая-то просто беда, реально. Забрасывать непонятно куда вообще эту карту. Яйцо. Я возьму, наверное. Да, стол немножко ослабнет, но, блин, я 6-й дроп, ну, апну. Мы еще до рыбы придет. Убери заморозку. А что я там заморозил, уже забыл. Так, ну это должен быть вин. Это прям идеально все рассчитано, смотрите. Нормально. На тоненького, но главное не проигрывать, потому что у меня это хп мало. Десятку, да, с одной карты сдозим. Прикольно, прикольно. Бля, ну я возьму. Я думаю, что 6-й дроп в любом случае лучше, чем 1-3-2 вот эта карта. Мамку напросил. Че, берем мамку? Или уже поздно ее брать? Врагореза, что ли, пикать? Вопрос в другом. Как мне сейчас расставиться? Бьется клиф. Можно... Не, ну я не буду рисковать. Можно бы поставить рыбу перед циклопом, да? Но если он не скрывает яйцо, вот это бьется сюда, то мы ничего не сделаем, да? Да мамка хорошая карта просто. Ну, блин, я понимаю, что ты вот за один ход можешь выставить 3 зверя, да, на стол. И эти 3 зверя получат просто 15-15 на халяву. Это овер сильно. Это даже сильнее, чем бабл, наверное. Ну, сейчас это тем более сильнее, потому что кобальтов порезали. Блядь. Могу я так говорить, интересно? Клиф, ебани куда-нибудь нахуй, центр. Ну, куда ты бьешь-то, блядь, дебил? Во, вот и ничья. Фу, бля, это был очень на тоненько, ребят. Я реально думал, все, конечное. Я вот только думаю насчет вот этого дракона. Будем покупать его? Нет. Вот, типа, у меня 2 свата есть. Вот, 2 свата на 2 дракона. Ну, этого я не знаю куда. Только если вместо него засунуть. Здесь, ну, он за 2 хода быстрее получит дэмэдж, нежели 8-8 дракон, да? Сколько здесь он сейчас получит? 3-3. Ну да, чуть слабее, но все равно. Урвок, дракон, механизм у нас есть. Слушайте, ну это вин, по-моему. По-моему, это вин. По-моему, это вин, ребята. Причем я бы сказал, что это легчайший вин. Я не знаю, как у него 17 хп. У этого чувака давно должно быть раз в 10 меньше, мне кажется. Как у него 17 хп, алё? Ну-ка, давай в помойку. Выкину, блядь. Не, ну у него реально что-то слабый стол. Я вообще, просто смотрите, у нас все выжило. Вообще все карты выжили. Он даже булдыгу мою не забрал. Просто подкручиваем у слабых оппонентов. Покупать его, нет? Давайте ролить, ладно, 3 триплета. 3 триплета есть. Что-нибудь да придет в теорию. Мамку кто-то пишет, блядь. Мамку бери. Ладно, похуй, беру дракона, мои беды, ошибка. В центр. Блядь. Что ты в центр не... У него, кстати, стол. Блядь, он купил 2 ревендера. Ты чё, дурак? Не, это вин, блядь. Он купил 2 ревендера, и он за них проиграет сейчас. Какие ревендеры, блядь? Какие 2 ревендера? Что, там не было лучшей карты, что ли? Не, забейте. Забейте, еще и бабу идеально идут нам. Это вин. Просто какой-то... Слушай, а может выкинем его вообще его? Давай попробуем выкинем. Гоу выкинем его просто. Тут же реально дохрена дэмэджа. Хорош, Клифф, молодец. Бля, 6, 11, 12, не, ну он выживает, да, 34 у меня нет, 25, слишком много хп, ну он вообще какую-то херню сделал, тройного ревендера, да, хочет собрать.
Продать дракона. Хотя, смотрите, продать дракона и поставить яйцо. Яйцо будет посильнее, но здесь, если мы не продаем, у нас хотя бы 1-1 получит чувак. На чем он играет? На драконах, да? Давайте я оставлю просто 1-1, а здесь 8 дэмэджа, блин, или продать. Потом яйцо не поставлю. Не, не буду, не буду. Пизду. Сейчас яйцо поставлю, потом надо будет его продавать, чтобы аплить стол. А он того не стоит в любом случае, правильно? Ебать. Ну, есть яд. По-моему, это вин. Куда это вин? О, какие идеальные трейды просто. Вы посмотрите на эти трейды. Чудо-трейды, реально. Хорош, хорош, хорош. Как же я ебашу, пацаны. Да вот это очень красивый топ-1. Если я забираю топ-1, а у нас есть шансы. Потому что мы Смертокрыла победили. Мы остались 1-1 со Смертокрылом. Здесь просто огромный шанс на победу. Так, больше здесь нету боевых кличей. Ну, в принципе, вот боевой клич, но не хочу его брать даже. Так, вот боевой клич. Ну, здесь один файт будет, поэтому играем на все деньги. Просто максимально выставляемся на стол. Я даже яйцо закину, просто пусть будет. Так, Мурока пробафаем еще. Ставим яйцо, да, ребят? Ну, давайте, момент истины, ребята. Будет ли это заслуженное топ-1 или нет? Бабу надо было ставить. Блин, ну мог бабу поставить, продать яйцо, купить бабу. Но мне кажется, все-таки яйцо покруче. Яйцо тоже перезаряжает блокобота. В этом есть какой-то смысл. Давайте, ребят, погнали. Блин, это очень красивая игра. Реально очень красиво получилось. Блин, глиф. Глифа. Давай глифу ебем или гидру. Глифа или гидру. Прошу. Рыбу, блядь, не толпью, зубы. Блядь, я только повысил. Да, сука! Молодец, это вылет. Красивая игра, просто красивая. Идеально, 10 из 10, я очень доволен. Это вин. Я говорю, что это топ-1. Я говорю, что это топ-1. Чат кричал, блядь, смеялся. Смотри, блядь, долбоёб рыбу взял, блядь. Смотри, блядь, сейчас засосёт. Топ-1, топ-1. Как же это было красиво, ребят. Это реально было... Просто охрененная. Лучшая партия за сегодня это 100%. И у нас, между прочим, стрик 3 топ-1 подряд.